По сообщению издания Forbes, бизнесмены Тимашев и Баронов прошли процедуру выхода из гражданства в посольстве России на Кипре и сейчас оставили единственное киприотское гражданство. Сами предприниматели давно живут за границей. Баронов в Швейцарии, а Тимашев в США. Андрей Баронов инициировал выход из российского гражданства в апреле 2023 года. Этот вопрос был решен в декабре того же года, сообщил его знакомый. С Бароновым связаться не удалось. Ратмир Тимашев вышел из гражданства России в январе 2024 года. Следует из доказательств, с которыми ознакомился Forbes. Это также подтвердил Тимашев. Из статьи издания Forbes. В 2020 году Forbes оценил состояние Андрея Баронова в 770 миллионов долларов, Ратмира Тимашева в 680 миллионов долларов. Основная прибыль от продажи их компании венчурному фонду из США за 5 миллиардов долларов. Частная компания Тимашева и Баронова специализируется на разработке программных продуктов для управления данными, их безопасного хранения и резервного копирования. В 2023 году предприятие полностью свернуло бизнес в России. Они пытаются спасти свои деньги, они пытаются сохранить жизнь, по большому счету, уже и своим семьям. Как будут развиваться события, очень сложно сказать, но, опять-таки, здесь должно быть четкое понимание, что все эти так называемые бизнесмены являются пособниками этого режима. Ранее бизнесмен Василий Анисимов также отказался от российского паспорта. Согласно документам, которые Анисимов предоставил изданию Forbes, он вышел из российского гражданства в сентябре 2022 года. У бизнесмена, проживающего в Швейцарии, остается гражданство Доминики и Хорватии. Анисимов утверждает, что никаких активов в России у него больше нет. Свои бывшие компании он передал под управление менеджером. Forbes оценивает состояние Анисимова в 1 миллиард 600 миллионов долларов. Эксперты уверены, единственная причина отказа от российского паспорта со стороны миллиардеров – стремление избежать санкций. Тенденция, конечно, будет сохраняться. Они мечутся между молотом и наковальней. И здесь, в общем-то, вот, на мой взгляд, можно с нашей стороны только ужесточать вопросы к тем, кто еще находится под санкциями. Спрос россиян на иностранное гражданство взлетел до рекорда с начала войны России против Украины. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на статистику поисковых запросов. Так, в конце 2023 года количество запросов иностранное гражданство от пользователей из России достигло пиков более чем 134 тысячи за месяц. Предыдущий всплеск интереса к вопросу отказа от российского гражданства был в декабре 2022 года. В середине прошлого года оказалось, что нынешняя волна эмиграции из России стала самой массовой с 1920-х годов. После полномасштабного вторжения в Украину от гражданства России отказались также участники списка Forbes: Рубен Варданян, Тимур Турлов, Юрий Мильнер, Николай Сторонский, Игорь Макаров, Олег Тиньков, Василий Анисимов. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.